буквально зажгли в Медвежьих озерах в минувшие выходные. Повод для огненного шоу весомый. С размахом медвежки празднуют очередной день рождения. Многие гости поселения, поздравив жителей с праздником, отметили, что Медвежьим озерам в этом году действительно есть чем гордиться. Уважаемые жители, я хочу вам искренне от имени администрации Щелковского муниципального района в этот прекрасный праздничный день пожелать, конечно же, процветания. И хочу сказать, как заместитель, который отвечает за социальную политику в Щелковском муниципальном районе, огромная слава благодарность руководству вашего поселения, всем жителям за социально ориентированную политику в вашем поселении. Ну и всем жителям города здоровья, счастья и удачи в наступающем году. С праздником! Мне очень нравится здесь бывать именно в праздники. Увидишь огромное количество играющих детишек, женщин красивых, мужчин привлекательных тоже. В общем, всех с праздником Днем Поселения. Я думаю, что и в будущем поселение Медвежьеозерское будет становиться лучше, комфортнее и удобнее для проживания. День рождения – время для подведения итогов. Очередной год для медвежек прошел в плодотворной работе. В этом поселении поистине есть чем гордиться, потому что каждый год здесь улучшается качество жизни жителей. Здесь строятся новые детские площадки, строятся новые парковки. В этом году очень большая была работа проделана именно в этом поселении. Отремонтировано капитально здание, переданное из Министерства обороны, введен в эксплуатацию отделение социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы уделили очень много внимания благоустройству. В этом году в деревне Алмазово была сделана дорога, там никогда асфальта не было. В деревне Шевелкино на улице Слободки положили асфальт. Мы сделали 5 автомобильных стоянков, где-то на 150 автомашин. От всей души, от щелковцев, я хочу поблагодарить вас, что вы у нас есть. Вы для нас в каком-то смысле даже пример. Поэтому добра вам и мира, с хорошей вас погодой! Ветераны и молодежь, малыши и их родители. На главном празднике поселения каждый мог найти занятия себе по вкусу. Перед Домом культуры расположились местные умельцы. Здесь можно было и очень эффектно сфотографироваться, и послушать, как звучит весьма необычный инструмент, или даже познакомиться со старинной русской утварью. Это старинная пароварка. Смотрите, когда вода наливается, то в ней пар идет по кругу. И пища поэтому в ней томится. Готовится. Это известно было в русских печах, готовили. Сейчас посуда ставит современную духовку, холодную, потом включается. Еда получается необычайно вкусной. Сладкую жизнь гурманам устроил настоящий фестиваль варенья. Рецептами лакомства делились жители Медвежек. У нас на празднике происходит фестиваль варенья. Наши жители приносили варенье, сами его варили, варили компоты, варили капусту, делали вернее. Вот эта капуста и варенье от директора, то есть она сама это все делала. В центре праздника на почетных местах расположились самые дорогие гости – ветераны. У участницы Великой Отечественной войны Марии Алексеевны Кирильчевой в день праздника нашлись теплые слова в адрес ее малой родины. Чтобы было чистое небо, не было бы войны, чтобы вы были здоровы, Чествовали на празднике и тех, кто не один год создает самую крепкую основу для развития Медвежьеозерского поселения – семью. Я даже скажу, 11 лет назад мы на этом празднике с мужем познакомились. Здорово, здорово, да. Вот видите, для вас праздник, значит, это очень многое значит, этот именно праздник, да? Да, вот поздравляю всех. Фанаты здорового образа жизни в день поселения преуспели в спортивных успехах. Финальная игра по волейболу между командами из Литвинова и Медвежьих озер была очень зрелищной. Также болею за Медвежьи озера, но игра очень жесткая. Напряжение. Волнуемся за них, как они там. Яркую шоу-программу можно было увидеть в день праздника на главной сцене. От хореографических и музыкальных номеров до выступлений цирковых артистов. Жители Медвежек, даже самые юные и сами не остались в стороне, активно включились в праздничную программу, подготовили несколько ярких номеров. Я тебя успела позабыть. Мне что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают.
буквальном смысле зажигательной кульминацией праздничного концерта стало динамичное фаер-шоу. Но финалом праздника можно назвать великолепный салют, яркий, качественный от души, как и все, что делается в Медвежьеозерском поселении. С днем рождения, медвежки! Андрей Цеханович, Александр Агранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».